Владимир Семенович Высоцкий был очень пунктуальным человеком, говорят организаторы вечера, поэтому опоздавшим путь в зал был закрыт. Тем более, что к началу концерта закончились даже приставные стулья. Такой интерес к творчеству советского актера, поэта и исполнителя вызван жизнеутверждающей силой его песен, считает нынешний хранитель Дома-музея Высоцкого Марс Садыков. И когда еще вознесет кого выше грешных душ и креста, и дурман цветов цвет Высоцкого и цвета его высота. Высоцкий никогда не звал на баррикады. Высоцкий хотел справедливости, просто справедливости. То есть он не революционер. Человек просто хотел, чтобы не врали, чтобы не лгали, чтобы было все по справедливости. Под гром аплодисментов на сцену выходили как известные в Шымкенте исполнители, так и обычные горожане. Но объединяло всех одно – любовь к песням Высоцкого. Во время концерта выяснилось, что на слова песен Владимира Семеновича можно ставить замечательные моноспектакли. Если я чего решу, я выпью обязательно. Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно. А оно, зеленое, прыгало по комнате, ходило ходуном, а потом послышалось пение незаунывное такое, и видение оказалось грубым мужиком. Среди зрителей большое количество молодежи. Затаив дыхание, молодые люди смотрят фильм о Высоцком, не скрывая эмоций, слушают его песни. Участники вечера считают, что одна из задумок – привлечь молодежь к хорошим вдумчивым песням, словам «Летящим цель» – точно удалась. Он помогает жить. И детям, своих детей, своих я, конечно, буду учить через Высоцкого. И не одного его, но все-таки основное, потому что нельзя объять необъятное, а для меня Высоцкий все-таки это стержень. Напишите мне письма, ребята, подарите мне пару минут, а не то моя жизнь будет смята, и про вас меньше песен споют. Вечера памяти Высоцкого проходят ежегодно уже 10 лет, и каждый год зал драмтеатра собирает рекордное количество зрителей.